Так. Вопрос набрал 70 лайков от Букса Бульбы. Расскажи как-нибудь про свои татуировки на обеих руках. Что они означают, когда ты их сделал, сколько это стоило и почему ты вообще решил это сделать? Дело в том, что, на мой взгляд, сейчас очень неправильное представление о татуировках. Татуировки сейчас люди воспринимают как элемент декора, да, то есть там для красоты делают. А всю историю человечества татуировки носили, две конкретные задачи они выполняли. Во-первых, это идентификация человека, а во-вторых, это фокусировка человека на определенных состояниях. Идентификация – это что? Это вот видите вы какого-нибудь уголовника, а у него там купола. Ну, знаете что? Вор в законе. Произошла идентификация. Идентификация очень важна была. Очень важна была для того, чтобы реально оценивать окружающий мир. То есть, допустим, там есть какой-то тотем, ну не тотем, есть определенное племя, у которого есть там определенный идентификационный знак, татуировка определенная. Вот, соответственно, вы видите, что на представителя этого племени набито там щит с мечом. Татуировка, которая говорит о том, что вот он из этого племени, а это племя, допустим, больше, чем ваше племя. И вы понимаете, что лучше ему по кумполу не стучать, потому что придут вот те ребята и вам всем по кумполу постучат. То есть вы более объективно начинаете оценивать окружающую действительность. Подобная идентификация, в ней очень много смысла, потому что она позволяет избежать ненужного кровопролития. Вот это вот первая особенность. Вторая особенность по поводу фокусировки на нужных состояниях. О чем я говорю? Я говорю о том, что человек, если во что-то верит, он начинает меняться. Соответственно, если человек, там, допустим, у него набит там медведь какой-то, то он считает себя очень сильным, очень мощным. Он может себя ассоциировать с этим зверем, ассоциировать, фокусировать свое состояние на той сущности, которая на нем изображена. Другой пример. Допустим, человек занимается торговлей, да, какой-то там хитрый еврейчик. Он там себе, допустим, лису набил, там, или какой-то другой знак мудрости, я не знаю. Соответственно, он начинает воспринимать себя как более хитрого, более предприимчивого. И он действительно начинает меняться, он действительно начинает таким становиться. Потому что эта татуировка помогает ему лучше фокусироваться на нужных состояниях. Вот два основных момента, про которые люди сейчас забыли, не используют. Теперь, что касается моих татуировок. На левой руке у меня изображен каменный трайбл, а на правой руке у меня надпись «Везунчик». Почему каменный? Он мне помогает фокусироваться на определенных состояниях. То есть, когда меня там начинают очень жестко троллить, там хейтеры окружили со всех сторон, вот, я себе говорю, я спокоен, как камень, я спокоен. Или другая, может быть, ситуация, когда мне нужно проявить какую-то стойкость, какую-то твердость, я фокусируюсь на этом состоянии. Это состояние – часть меня, и, соответственно, мне легче войти в то состояние, которое для меня выгодно. Вот для чего это было сделано. Ну, а что касается везунчик, ну, знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я не знаю, связано это с надписью или не связано, но последние несколько лет после того, как я сделал эту татуировку, ну, фартит мне просто чертовски, друзья.